здравствуйте. Конкурс «Открытый урок» продолжается. И сегодня мы в Тельмановском районном доме культуры просмотрим урок образцового ансамбля танца «Фламинго».
А сейчас познакомимся поближе с участниками и руководителем образцового ансамбля танца «Фламинго». Все, спасибо. И руководитель ансамбля «Жирновая» Оксана Константиновна. Оксана Константиновна, расскажите, как у вас возникла идея и вообще как образовался ваш коллектив? Ну, это, наверное, мечта детства просто. Хотела, очень хотела учиться, но сразу получить образование не получилось. Вот, создавался коллектив, я была без образования. Вот, и когда уже получили звание образцовое, и уже я просто понимала и чувствовала, что мне это необходимо. Я поступила в Бердянский педагогический университет, вот, и закончила там кафедру хореография. Вот, и это мне очень, конечно, помогло в работе. Ну, а вообще это просто мечта о мечтах, заниматься и учить детей. А расскажи, пожалуйста, как ты попала в этот коллектив? Меня привела сюда моя крестная, я еще ходила с братом. Моего брата зовут Вова. Мне очень понравилось, я заходила именно в этот, потому что тут очень добрый учитель. Ну, а есть очень... любимый танец, который Вова исполняет? Вова уже не танцует, он уже ушел. Ну, а когда танцевал, какой-то был любимый танец? Тебе нравилось именно в этом танце, как брат танцует? Ну, не помню. Не помню? Ну, была совсем маленькая просто. О, друг. Спасибо большое. Ребят, и буквально по одному слову опишите своего руководителя. Очень какая добрая. Она? Добрая. Добрая. Красивая. Красивая. Милая, еще умная. Милая, умная. Строгая, бываю или нет? Нет. Да. Честно говорите. Да. Требовательная, да? Она же от вас требует исполнения определенных. Да. Требовательная и самая любимая, да? Да. Спасибо большое. Оксана Константиновна, что бы вы пожелали своим коллегам? Ну, терпение, прежде всего, вдохновение, чтобы, ну, наверное, самое важное верить в себя и верить в своих учеников. Вот, потому что это самая большая награда, когда ты влаживаешь и получаешь отдачу, когда ты видишь результат потом на сцене. Спасибо, ребята. И Оксана Константиновна, мы вам желаем процветания вашего коллектива, здоровья, деткам труда, трудиться, трудиться, еще раз трудиться, чтобы вы выросли прекрасными танцорами. Да? Обещаете? Да! Ну и теперь спасибо вам большое. Давайте теперь помашем всем, скажем до свидания. До свидания!